Соглашение сроком на один год заключило правительство области с общественной организацией «Деловая Россия». В рамках документа будет проводиться обмен информацией по вопросам инвестиционных возможностей области, а также участие в разработке совместных проектов, направленных на улучшение делового климата в регионе. В Саратовской области на сегодняшний день завершена реализация 8 крупных инвестпроектов. Также продолжается работа по привлечению в регион новых инвесторов. Как минимум 30 проектов мы для себя наработали такую планку, чтобы создать новых предприятий разные по масштабам, прошу, таких вот инвестиций, предприятий на территории Саратовской области. Мы, конечно, к этому будем стремиться. И без сегодняшнего соглашения, которое мы подписали, рамочное соглашение, которое придется нам наполнять именно конкретной работой, конкретными делами, не обойтись.